Ферма, блядь, четвертый раз. Охуенно. Просто, блядь, великолепно. Да, я знаю, два фонаря и... Ой, два фонаря, да, два тулбокса. Просто ферма, просто ферма. Просто здравствуй, просто как дела, блядь. Расхитовочная. Где? Вот тут. Где шифты? Вот шифты. Вижу. Посмотри, как она ошибается. Она даже играть не умеет, но все равно же выиграет. О! Четыре раза, бля, попалась. Давай. Ну, конечно, блядь. Как все плохо. Надо эту душить. Она прям плохо играет. Прям надо душить. Просто устроить ей душнилово, чтобы, блядь, лила, слила вообще с этой игры. Ну-ка, оставили мой ген в покое. О, палеточки. Ярим палеточки. Еще пнем ген. Вот это хорошо. Вот эту душим, просто душим, бля. Просто душим. Это легионка. Это легион. Давай, давай, давай. Ой, хорошо. Душим, блядь. За всю боль. Еще пнем еще разок. А, я пнул. Хорошо. Пойдем со мной, хули разлеглась. Посветила, бля, фонарилка. Фонарист. Жду, пока гены начнут взрывать. Когда гены начнут взрываться. Так, второе есть. Куда побежали? Туда побежали. Я бегу за вами. Да хорош ее чилить. Смотри. Бам. Кидай палету. Хорош. Да, молодец. Дальше бежим. Смотри, не взрывает. Да ёб твою мать, не догоняю. Просто не догоняю. Так, вставляем сюда. Донатку надо было взять вместо вмешательства скверны. Сюда еще перегрузку. Хорошо. Донатку надо было на замедление. И забыл донатку. Смотри, не взрывает там ген. Прям реально все получается у тебя, да? Смотри, реально получается. Давай. Смотри, не взрывают. О, один взрыв есть. Хорош. Кто у нас плохо играет? Вот. Заперла себя. Здравствуй. Да, блядь. Давай, я выломаю. Привет. Что, нет ореха? Пойду пну еще. Вот, на, тоже взрывай. Будь хорошим мальчик. Как они проходят проверки реакции? Там вот такая вот малепюсенькая, пугающее присутствие.
плюс перегрузка, плюс еще сейчас будет без звука. Ну, чуть попозже, не сейчас. Во, вот, вот, взрыв пошел. Вот это хорошо, вот это мне нравится. Так, даем пугающее присутствие или не даем пока? Даем. Хорошо, взрываются гены. О, вот это спасибо. Вот это спасибо. Вот это мне нравится. Да, игры долгие, да, не выигрываешь. Но когда гены взрываются, прям тащишься. О, смотри. Ля, как работает. Еще пнем. Просто ду... О, видишь, взрывается где-то там. Просто, блядь, душим. Хотя зачем? Давай вот эту, додушим уже ее. Да ты ж ген трогала. Она ж ген трогала. Нет осколка, алло. Пять генов минус один. О! Взорвал, да, друг? Взорвала. Смотри как, там вдвоем. Взорвут, нет? Ну взорвите, блядь, пожалуйста. Давайте кто-нибудь бах. Дайте им скилл-чеки, блядь. Хорошо. Давай, давай, давай. Хорошо. Закрываем окно. Не, не пролезешь, прикинь, закрылось. Ну, конечно, тут палеточка, не? Нет. Взрываются часто, потому что скилл-чеки. У меня билд на скилл-чеки. Вон, видишь, 5 генов. Короче, там маленькая проверка реакции, плюс перегрузка, плюс этот. Сейчас будет без звука, то есть когда появляется скилл-чек, есть звук. Сейчас нет звука, и плюс он очень маленький. Такой вот прям милипусенький-милипусенький. И попасть тяжело. Спилили, сука! Нашел, представляешь? Я перелезу, что ты переживаешь? А, баланс у тебя? Ну давай отбалансирую тебя сейчас. Оп! Ах ты. Ну и ладно. Юзнем мобилочку. Кидай. Молодец. Хорошо. Погнали дальше. Харш. Давайте додушим вот эту вот. Тоже подушим. Душнилово устроим. Ой. Не получилось. Немножко наедали. Пять генов, если что. Я напоминаю до сих пор. И бадушка, да? Просто. Просто душнилово. Еще пнем. Блять, вот если бы они еще не спилили. Блять, дали. Дали генерутор все-таки. Ну да, потому что этот спилили. Поэтому и дали. Ты что, серьезно, прям тут будешь? Ба, ошибочка. О, взрываются сразу оба. Один взорвал друга. Давай. Хорош. Хорош. И за ней, потому что палеток нет. Сейчас тут закроем ее. Все. И назад возвращаем. Она сама палетку продала и возвращается. А, блядь, ну конечно, там еще 20 палеток впереди. В окошечко успеваем. Хорошо. А, тут палеточка. А, тут нет палетки. Палетка здесь. Кидай. Не получилось. Ну не получилось.
А, это они хилились там, взрывали. Ебать, душнилово, просто душнилово. Ребят, чиним там. Нормально все? Сейчас приду, помогу. Дочиним вместе. Сменили мне карту? Давай. Сука, завели, смотри. Ты ж продал тут все палеты. Алло. Что ж ты тут бегаешь, тут все продано. А ей надо пойти снять чувака, но... А, смотри, сняла. А почему глубокая рана ее не убила? Я не понял сейчас. Ну и ладно. До свидания, моя ласка. О, этот первый раз висит. Нихуя мажор. Мажор. А прикиньте, еще тонатка бы была. Вот это был бы замес. Под тонатофобией. Они тут чинили бы месяц. А где? Ребята, давайте поиграем. Пожалуйста. А, они хилятся. Ну ладно, хильтесь. А меня хоть позовите, я помогу. Похилиться. Кто? О, ребята молодцы. Ты хилить его идешь? Давай вместе его похилим, хочешь? Прыгай в окошко. Молодец, я тоже прыгну. Хочешь? Давай. Оп. Кидай палетку. Ой, ты моя умница. Палетку-то ты молодец. О, смотри, как хорошо. Смотри, как хорошо. Идем сюда. Иди сюда. А я-то тут выломал, представляешь? А палеток тут нет, тебя друг твой продал. Хорошие ребята. Блин, жалко, что спилили. Я так хотел взрывы, взрывы, взрывы кругом. Фейерверк. Новый год же был, праздники. Не. Не хотят, блядь. Кстати, вместо... Вмешательство скверны, тонатку можно брать. Прям, чтоб душно было. Чё, ребят, вы где-то там хилитесь? Ля, взорвал. Спасибо, я иду. Иду, иду. Позови меня. Геннадию, да? Тут. Слышу тебя, слышу. Я тебя слышу. Так, ну она последний раз висит. Надо искать этого душителя. Последнего. Надо было обилку прожимать, чтобы узнать, где он. Зря я, наверное, так. Не хочу отпускать. Никого. Пускай идет, поднимает, будут душить. Просто душить. Блять, может так хоть что-то увижу. Ага. Где-то сейчас сел в этом. В шкафчике сидит. Думает, а, меня не... Наебешь. Не проживешь. Где твой друг? Ползи к нему. Ну... Не, он не выйдет. Ну, пускай идет, поднимает. Я даже подальше отойду, чтоб поднял. Давай тут постою. Вот так вот. Иди поднимай. В шкафу сидит, ему похер. Сто пудов. Если бы он рядом сидел, он бы поднял. Он где-то в шкафчике сидит, либо где-то в кустике. Сидит, ждет.
А не было подношение? А-а-а, в хижине убийцы. Мы знаем, где сидит чувак. В хижине убийцы, да, у нас люк. Ты уже сюда приползла. На люк приползла. Ты молодец. О, привет! Сука такая, а? Сори на него, блядь. Сидит, блядь. Сидит. Здрасте. Где ты там, бля? Ты уже вовнутрь, что ли, заползла? А, я так... Сиди, ля ты крыса. Здрасте. Ну, здрасте. Я еще люк закрою, подождите, если успею. Давай вот тут люк. Не, он будет не у окна, он будет с той стороны. Давай. Меню!